Уроки успеха проходят в школах республики. Ребята строят бизнес-планы, учатся составлять деловые бумаги и реализовывать свои намерения. В Кнаше в рамках национального проекта «Популяризация предпринимательства» проходят обучающие курсы для будущих предпринимателей. О том, как республиканский бизнес-инкубатор готовит деловые кадры, в нашем материале. Азы деловой грамоты школьники постигают по азбуке предпринимателя. От идей к реализации бизнес требует необходимых навыков. Ответственным исполнителем данной программы является республиканский бизнес-инкубатор. Мы же являемся кураторами образовательного курса, обучаем основам предпринимательской деятельности. В том числе и налогообложение, и юридические аспекты. Теория тут же подкрепляется практикой. Первичный опыт очень ценен для инициативных и активных молодых людей. Наиболее интересные бизнес-идеи вместе с наставниками ребята разработают для возможной реализации ее в дальнейшем. Это моя мечта с детства — стать предпринимателем, как бы создавать свои бизнес-идеи, проекты, разобраться в том, что по какому мне пути следовать. Насыщенная программа курса включает в себя юридические, организационные и финансовые аспекты. Это значит, курсанты научатся с нуля строить бизнес. А начинается все с идеи, яркой, нестандартной, блестящей. Очень перспективно сейчас, поскольку можно развиваться в абсолютно любой сфере деятельности. Можно хорошо в этом разобраться и быть уже, как говорится, как рыба в воде. Быть как рыба в воде поможет также и живое общение с успешными бизнес-тренерами, считает Игорь Моисеев. Это поддержит ребят и научит их видеть подводные камни. Деловые игры будут проводиться, ну и сам курс, он тоже насыщен тренинговыми элементами. 330 инициативных ребят из Чебоксар, Канаша и Новочебоксар в ходе этих курсов получат возможность сделать стартапы для успешного делового будущего. Заработок довольно-таки высокий. Если ты хорошо в это вложишься, ты хорошо можешь контролировать весь процесс, потому что это зависит только от тебя. И насколько сильно человек сам будет над собой работать, настолько же сильно будет развиваться его предприятие. Возраст участников 14-17 лет. Лет через 10 ряды предпринимателей Чуваши пополнится молодыми успешными кадрами, что наверняка положительно скажется на экономике республики. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика.